зрительный, видимо. Здравствуйте, наши дорогие друзья. Сегодня мы будем знать, как лулав стоит. Да, мы связываем лулав. Значит, мы берем лулав и первым делом отделяем три лепестка, вот так. Вот крайние лепестки отделяем, просто вот здесь отрываем их. Вот мы уже это сделали. Раз, два и вот тут три. Теперь эти лепестки, они двойные. Надо раскрыть его и разделить на две части. Вот так, это легко делается. Вот так. И вот так. Потом мы берем ножницы. И ножницами делаем ровный разрез с краю. Нам нужно три кольца, на каждое кольцо по два лепестка. Поэтому мы везде отрезаем. Ножничками. Мы с Бенни тоже этим занимаемся. Для Бенни делаем лулав. Давай, давай. Открывай, открывай. Так, отлично. Теперь нам надо сделать такой замочек. Да, и мы складываем вместе два лепестка и начинаем загибать вот таким образом. Вот таким образом загибать. Раз. И теперь с другой стороны тоже вовнутрь. Два. Теперь вот так, вовнутрь, три. И теперь вот этот лепесточек мы закрываем через вот это отверстие, которое здесь, сзади. Получается такое колечко. Колечко. И это колечко мы затягиваем полностью. Это мы делаем с силой, затягивая полностью колечко. И у нас получается вот такое соединение. Оно плотное со всех сторон. Плотное. Теперь нам нужно выбрать, какую мы сторону хотим оставить. Вот здесь вот эта сторона хорошая. Берем ножницы и отрезаем один из лепестков. Отрезаем. Конца, да, оставляем пока. И у нас получается вот такой замочек и лепесток. Потом мы делаем еще кольцо и через вот это отверстие здесь проводим этот лепесточек. И мы приготовили первое кольцо. Так, теперь продолжаем таким же образом дальше. Вот так. Раз, два, следить надо за тем, чтобы со всех сторон этот замочек так закрывался, чтобы он потом, после того, как мы затягиваем кольцо, не раскрывался. Вот сейчас, вот, вот через это отверстие мы делаем кольцо, закрываем и затягиваем, плотно затягиваем. Вот, и у нас получается вот такой замочек, который со всех сторон закрыт. Очень плотное соединение, да? И теперь мы отрезаем один из лепестков вот здесь. Пожалуйста, отрезаем. Хорошо. Да. И опять же мы делаем следующее кольцо таким образом. Здесь вот отверстие. И мы проводим лепесток и делаем следующее. Вот у нас получилось следующее кольцо. Да? У нас уже раз и два. Два вот таких вот
Так, мы положим. Раз и два. Два кольца. И таким же образом мы сейчас завершаем третье кольцо. Итак, кладем вот так. Заворачиваем. Раз. Два. Раз. Еще раз вот так. Раз, два. Теперь вокруг так. И через это отверстие, которое здесь, через это отверстие, вводим туда лепесток и затягиваем. У нас получается вот такой замочек. Очень плотный замочек. Да? Теперь мы одну сторону, вот эту сторону отрезаем, пожалуйста. Вот эту сторону отрезаем. Да, и затягиваем кольцо. Опять делаем вот так кольцо. И затягиваем кольцо. Да? Вот у нас получилось три колечка. Три таких одинаковых колечка. Теперь наша задача правильно сложить это все. Мы берем лулав. И у него есть так называемый позвоночник, спинка. То есть то место, где, откуда вот эти, где крепятся эти лепестки. И он должен быть лицом к нам, к нашему лицу. Потом мы берем две веточки оравы, да, ивы, и их ставим с двух сторон. И эти веточки надо прикрыть веточками мирта, адас. И мы кладем их, да, мы так ставим, все на одном уровне, кладем их, устанавливаем их спереди, так, чтобы они прикрыли ораву. Прикрыли ораву. И теперь мы держим их вместе. Теперь мы берем, значит, наша задача, чтобы три кольца были внизу на расстоянии тефах, то есть ширины руки, на расстоянии кулака. Все три должны быть здесь. Вот. Ага. Значит, теперь еще нам нужно два кольца, которые мы делаем изначально. Да? Значит, мы продолжаем еще работу, потому что эти три кольца пойдут снаружи. Но теперь нам нужно еще два кольца, которые будут держать сам лулав. Это мы сейчас сделаем. Значит, я еще раз отделил один лепесток. Вот. И мы его разъединяем. Адас у него очень вкусный. Приятный запах. Приятный запах. Из него можно сделать парфюм. Так, мы заканчиваем тоже с Бени третье кольцо для Бениного лулава. Да, так. Соединяем. Третье кольцо заканчиваем. И приступаем к подготовке двух верхних колец. Это три нижних. Да. Итак, значит, еще раз мы разрезаем. Вот у нас осталось две. Так, Беня, держи. Вот здесь режешь, ты вот так замечательно. Раз, и нажимай. Не нажимай. Раз, вот два, три, нет, четыре. Дальше. Открой себе. Да. Итак. Я не давись на вот так. Еще раз мы делаем. Мы опять же делаем этот замочек. Замочек. Значит, этот замочек надо в правильном направлении делать, потому что если изменить направление, то он
не закрывается, и он не получается такой стабильный. Это очень важно, поэтому надо делать это вот таким образом, чтобы была стабильность. Это вот верхний и последний остался. Верхний, да? Объемя срезаем. Ты помнишь? Далеко берешь. Открывайся. Нет. Вот смотрите, вот у меня сейчас получилось, и это не совсем правильно. Вот он нестабильный, он раскрывается. Значит, надо это делать иначе, и надо делать просто в правильном направлении, тогда такого не произойдет, и мы сейчас это сделаем. Еще раз. Вот так. Вот так. И вот получился опять стабильный замочек. Видите? Он со всех сторон крепкий, и он не расслаивается, не раскрывается. Вот. Теперь мы делаем следующее кольцо. Вот так. Вот у нас четвертое. Это для самого лулава. И мы делаем еще один замочек, еще одно колечко. Так, вот тут он расслаивается. Мы это дело обрежем. Здесь тоже. Вот, молодцы. Берем, складываем. Ораву. Давай переложим сюда. Колечки. У него такие красивые, у Саши. Просто замечательные колечки. Так. Как обручи. Берем наши колечки, переложим в сторону. И берем свой лулав. Берем ораву. Раз, два. И надо ее прикрыть. Да. И вот он замочек. Так, а что сейчас думаем? Первый, наверное, верхний кольцо. Вот, замочек еще один готов. Мы делаем вот так. Так. И вот так. Мы обрежем сейчас второй. Да, обратите внимание, что мы все готовы. Да. И, значит, самый первый шаг, мы колечко делаем вот сюда наверх, чтобы он не расслаивался и не портился. Это колечко потом, в конце праздника, да, Хашана Раба, оно снимается. Вот. Мы здесь закрыли. Наверху, вот так. Причем... Обязательно надо, чтобы оно было скрыто. Да, оно должно быть выше, чем веточки. Да. Вот, секунду. Вот, смотрите, да, вот веточки мирта у нас стоят, и это колечко должно быть чуть выше, оно должно быть видно. А второе колечко, оно должно быть спрятано этими ниточками, мы делаем его вот здесь, внизу, и мы его затягиваем. Да, и здесь есть несколько возможностей, как это колечко должно быть очень плотное, да, потому что оно должно неделю держать это все соединение. Поэтому есть разные возможности, как это закрепить. Мы делаем это очень туго, затягиваем колечко туго, прям вот совсем туго. Потом делаем один оборот вокруг. И еще раз через то же отверстие мы проводим лепесток, да. Вот так. И желательно, чтобы это еще раз было, еще было крепко, еще раз провести через отверстие лепесток. Вот так, еще раз. Это можно, и лепесток можно вывести через край. Вот так. Через край. Да, помогай. Вот тут тяни. Тяни. Вот. И видите, получается вот такое закрепление и замочек такой. А лишнее можно отрезать, чтобы это не кололо, все. И у нас есть крепкое кольцо, которое держит лулав. И точно так же мы делаем внизу, крепко затягиваем. Еще раз обводим вокруг, проводим через то же отверстие.
Вот так. Потом еще раз возвращаемся обратно, опять через то же отверстие, наискосочек. Проводим это наверх. И выводим вот так, сюда, да? Сюда выводим и затягиваем. При этом следим, чтобы кольцо не ослабло. И мы тянем его, вытягиваем этот кончик. Вот. И оставляем чуть подлиннее, потому что... Еще подлиннее чуть-чуть, вот так. Потому что во время праздника может произойти, что колечко будет ослабляться. Тогда его можно будет опять немножко распустить, а потом еще раз затянуть, и это будет все нормально. Итак, значит, теперь мы возвращаемся опять к тому этапу, на котором мы уже были. Да, вот эти два кольца мы не забыли. Два важных кольца мы не забыли, да? Смотрим сюда, смотри. Два кольца мы не забыли. Теперь мы берем арава, ива. Держим позвоночником вот этим местом, которое, в котором соединены все лепестки, лицом к себе. И ставим араву с двух сторон, справа и слева. Раз и два. Теперь мы берем наши три веточки мирта и закрываем ими араву. Закрываем ими араву со всех сторон. Да? Мы берем минимум три, можно больше. Теперь мы берем наши заготовленные колечки и снизу их делаем. И они должны быть все три расположены так, чтобы были спрятаны под кулаком, да, под шириной кулака. Теперь мы затягиваем это внизу. Первое. Секунду. Их можно сделать чуть-чуть выше. Конца, не обязательно в самом низу, чуть выше, но они должны быть спрятаны все под кулаком, все три. Итак, значит, один мы делаем, теперь давайте сразу второе. Сделаем. Да. Тяни. Так, желательно, чтобы замочки тоже были на одном уровне, вот так. Замочки на одном уровне. И затягиваем еще раз. Третье. Стоп. Вот так. Угу. Вот так. Вот у нас три замочка. Их можно чуть-чуть разъединить. И мы их затягиваем туго-туго. Затягиваем туго-туго. Вот так. Чтобы они у нас прятались в кулачке, да? И теперь мы таким же образом, как до этого, мы их закрепляем здесь, чтобы они, это очень важно тоже, чтобы они были туго держались, потому что во время молитвы они могут расслабляться, и нам важно, чтобы это было все надежно. Да, вот так. Секунду, молодчина. Вот так, давай, раз. И вот сюда, через это... Да, опять же мы делаем такой замочек. Вот сюда, через. Так. Через вот так. Мир. Двух сторон. Раз. И такой узелочек делаем. Вот так сюда. И теперь подтягиваем здесь. Вот так подтягиваем здесь. Теперь у нас все туго-туго. И узелочек затягиваем вниз. Все. И отрезаем чуть-чуть подлиннее, чтобы можно было. Во, замечательно. Что можно было. Потом, если надо, будет подтянуть. И также мы делаем здесь. Затягиваем туго-туго. Оборачиваем вокруг. Проводим здесь опять через замочек. Секундочку, не спеши. Еще раз туго-туго-туго. Вот. И теперь делаем опять же через это отверстие. И наверх замочек закрываем. И теперь... Отрезаем вот здесь, не коротко. Шалом. Да, вот здесь. Отрезаем. Да. И вот это мы делаем еще раз. Заключительное колечко наше. Вокруг обходим. Вот так. Закрываем здесь. Здесь затянули и таким же образом опять проводим заключительный замочек
закрывающий, вот. И у нас готовы наши колечки, они хорошо держат. Все, мы все затянули, отрезаем, вот. И еще раз проверяем, да, у нас все расположено правильно. И вот здесь все, все у нас смещается под ручкой, и лулав готов к исполнению заповеди. Миша, вас тоже, да? У нас еще нет, но почти. Завершаем. Замечательно. Хаг сами, веселого, прекрасного праздника. Хаг сукот. Можно пополнить эту штуку? Задайте лайки, всем пожалуйста, любимого папа.